Пацаны чисто заряжаются на дальневосточном дерби. Что там обучаешь? Нормально. Вечером, спал хорошо? Да, выспался, подготовил. Да не восточному дерби заряду? Конечно. Что можешь рассказать о сопернике? Соперники? Если коротко. Хороший соперник, конечно. Порядочные штучки, да? Да, вообще отличные. Сколько? 2000. Чуть-чуть, по-моему, на 150 рублей. Спасибо вам за поддержку. Третий мяч ворота команды «Динамо Владивосток» забил Егор Мигаев. Победы. Спасибо. Без ошибок сегодня. С победой. Спасибо. Подходим, подходим. Это что за передача была? Это что за передача была? Случайно, наверное. Сам не ожидал, да? Не, ожидал. Почему? Я же ее уверенно дал. Пойдем туда. С победой. Спасибо. С победой. Спасибо. Расскажи короткий комментарий по игре. Ну, тяжелая боевая победа, заслуженная. Много единоборств, грубостей со стороны Динамо Владивосток. Скажи, отличается дальневосточное дерби от обычных матчей в лиге? Конечно, это история, которая длится уже годами. Это соперничество между Хабаровском и Владивостоком. Всегда очень матчи напряженно проходят и со стороны болельщиков, со стороны игроков. Это особенные матчи для нас, и я думаю, для Владивостока тоже. Спасибо, с победой. Спасибо. Ты что-то хотел сказать, ты сегодня не забил? К сожалению, да, я сегодня не забил, но моей маме сегодня юбилей, 45 лет. От всей души хотел бы ее поздравить, и эту победу я посвящаю только ей. С юбилеем, маму. Это на видео.